Евразийский банк развития готов поддерживать инвестпроекты в Чувашии. Об этом не только шла речь на рабочей встрече главы Чувашии с директором по промышленности банка Сергеем Игнатовым и генеральным директором группы «Оргсинтез», председателем совета директоров «Химпрома» Ярославом Кузнецовым. Сейчас банк поддерживает проект по строительству нового производства перекиси водорода в Новочебоксарске. На следующей неделе начинается поставка основного технологического оборудования, в том числе установки получения водорода. В перспективе в Новочебоксарске планируют открыть производство биоразлагаемого пластика. Сырьем для нового производства может являться пшеница, выращенная в регионе. Очевидно, мы уже с прошлого года начали достаточно много работать, чтобы создать благоприятные условия для такой инвестиционной деятельности. Сейчас мы работаем в Новочебоксарске по созданию особой экономической зоны, с тем, чтобы все такие инвестиционные проекты они получили, конечно, максимальную поддержку с точки зрения налогового сопровождения. Сергей Игнатов отметил готовность банка рассмотреть финансовые инструменты поддержки и других инвестиционных проектов на территории Чувашии.